Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Добро пожаловать на мой канал! С вами я, Елена. И вы мне часто задаете вопросы такого характера. Порекомендуйте нам отель в Стамбуле. В каком отеле лучше остановиться? В каком районе? Это часто задаваемые вопросы от вас. И я хочу в этом видео ответить на ваш вопрос. Когда мы переезжали сюда жить, в город Стамбул, мы месяц жили в отеле, и этот отель нам очень понравился. Я хочу вам рассказать про этот отель. Небольшой замечательный отель расположен в центре Стамбула. При входе в отель имеется зеленая зона, где вы можете отдохнуть с семьей, с друзьями. И даже растут мандарины. Мне нравится здесь, что 24/7 всегда можно выпить чай и кофе. Посмотрите, все в турецком стиле. Это у нас сахар. Пожалуйста, сливки, кофе, сам чай. Также есть стаканчики. В любое время. Добро пожаловать, проходите. Комнаты после ремонта светлые, освещение здесь хорошее, чистенькие, здесь очень уютно, как вы видите сами. Также мне нравится, что здесь всегда белоснежная и чистая постель, комплекты есть. Немаловажно, всегда есть тапочки, не во всех отелях это есть. Также кондиционер у нас есть, телевизор, кабельное телевидение, здесь есть русские каналы, украинские. Когда мы на отдыхе, нам это очень приятно. Небольшой такой плюс, как бонус. Вашему вниманию представлен VIP-номер. К дизайну в номере подошли с душой. Отличное сочетание постельных тонов и мебели, выполненной в турецком стиле. В номере есть уютное местечко для настоящих леди, дамский столик, за которым вы сможете не только нанести макияж, но и поработать. Данный номер, как и все номера в отеле, оборудован кондиционером. Кроме того, в номере имеется замечательный журнальный столик с удобными стульями. Ну и как без телевизора? Следующий номер в отеле более просторный, подойдет для семьи с детишками или дружной компании. Компактный номер для двоих. Во всех номерах есть душ и санузел. Еще одна особенность. Здесь есть чай, кофе. Вы можете его выпить в любое удобное для вас время. Идемте. Здесь есть удобная столовая. Посмотрите, какая она уютная. Также вы здесь можете и позавтракать, пообедать, и поужинать в любое для вас удобное время. Еще есть холодильники, где вы можете хранить вашу еду. А также небольшая кухня, где вы можете для себя приготовить.
преимущество этого отеля есть собственная терраса. Здесь вы можете и пообедать, и позавтракать, и поужинать со своими близкими друзьями. Можете полюбоваться потрясающими видами на мраморное море, а также здесь встречать закаты. У этого отеля есть свои особенности. Буквально в шаговой доступности, в 5 минутах, здесь находятся самые знаменитые достопримечательности. Как Айя София, дворец Топкапы, Голубая мечеть, ипподром, цистерна-базилика и площадь Султан Ахмед. Также с этого отеля в 5 минутах вы можете спуститься на набережную к морю, прогуляться, насладиться морским воздухом. Здесь удобно расположена транспортная развязка. На площади Султан Ахмед есть трамвайная остановка. И на трамвай вы можете добраться до любой точки, в которую вам необходимо. Не забывайте, с 15 января ввели новые правила на проезд на транспорте по городу Стамбулу. А какие именно? Сейчас здесь появится видео. Ой, вот здесь видео появится. Там я уже подробно об этом рассказываю. Смотрите. Если вас заинтересовал данный отель, пишите в комментариях, задавайте дополнительные интересующие вас вопросы, мы с удовольствием ответим. И до новых встреч в Стамбуле! Пока-пока!